мире политики и общественной жизни России произошло глубокое потрясение. 16 февраля умер Алексей Навальный, находившийся в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Заключенному стало плохо, и несмотря на оперативные действия медиков, сердце политика остановилось. Алексей Навальный, всего за день до трагического случая, участвовал в заседании Ковровского суда через видеосвязь. По сообщениям, он выглядел абсолютно здоровым, и ничто не предвещало беды. Информация о происшествии была обнародована общественной наблюдательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа, которая заявила, что жалоб на здоровье Навального в последние дни не поступало. Комментарий по поводу смерти Навального уже дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, проверки проводит Федеральная служба исполнения наказаний, и Следственный комитет РФ уже начал служебное расследование, направив своих представителей в колонию. Алексей Навальный был арестован в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года при возвращении из Германии, где он проходил лечение. Ему были предъявлены дополнительные обвинения, кроме уже имевшегося дела и Фроши. В 2022 году он стал фигурантом дела о пропаганде терроризма. Летом 2023 года следствие запросило для него 29 лет особого режима, однако суд снизил срок до 19 лет. Следует отметить, что предварительной причиной смерти Алексея Навального стал оторвавшийся тромб. Эту информацию подтвердили источники телеканала RT и некоторые другие источники. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертных процедур.